Йоу, товарищи! С вами настоящий археолог, да, ни разу не черный археолог, товарищ атомный, и сердце курвы вату, ватной курвы, которую мы сейчас похитим, ха-ха-ха. Так, убираемся, ну, тут забираться, ничего сложного больше нет, а нормально через клетку. А где Йорик? Он всегда должен, он всегда любит наблюдать за всем. И нет, Йорика, не знаю, мне кажется, это неправильно. Так. Напишите внизу, если вы соскучились за Йориком. Йоу! Цепи. Обожаю цепи. Кстати, на них легче. А или не легче, я не знаю на самом деле. Никогда не лазил по цепям, поэтому ничего сказать не могу. Опыта у меня такого нету. Я не металлист. Оба! Еще какой-то рычаг. Все выше, выше и выше. Клетки разных убийц. Оба! Отлично. Вверх полезли. Ну давай. По крайней мере, ногами взбираться будет легче, потому что есть за что хоть зацепиться. Оба! Оп! Давай сюда. Клеточка. Отлично, еще одна клеточка. Вылазим. Снова вылазим. Ну хорошо. Сюда допрыгнуть, а я смогу. А вдруг не смогу. Полетел. О, да, смог. Молодец, я смог. Смог wins. Fatality. Или Vitality. Так, я немножко повернулся. Во, вот так вот. Оп! Отлично. Теперь можно повернуться, повернуться. Оп! Нормально. И выше еще, да? Конечно, еще выше. Так. Ну, погнали. Вау! И вверх. Вверх, вверх пополз. Нормально? Нормально. Опа! Не-не-не, мне не надо падать вниз. Это не мое, я... Мне... Да твою ж мать! Ну, Инди, ну что такое? Выбирайся вверх. Вот этот у него есть прикол такой, когда он хочет спрыгнуть вниз, а надо прыгать вверх. Оба. Вот, допустим, сейчас, да, мог бы вниз спрыгнуть и все. И на этом начинаем все сначала. Песенка была хороша, но нужно начинать сначала. Так. Оба. Отлично. Оба. И открыли челюсти. Ну что, сердце курвы ватной похитим. Ладная курва. Вау. Рыбкой. Буль. Надо выпить немножко. Как бы за успех. За то, что забрал сердце курвы. Потому что я думаю, если я его заберу, то больше нельзя будет пить. По крайней мере здесь. Этой чудесной водички с кучей бактерий. Иха! Поплыли. А кувыркаться можно в воде? Нет, нельзя. Ну, честно, босс как-то и задачки здесь, ну, такие. Не сказать, что для первого класса. Знаете, скорее для ясельной группы. Вообще-то они должны были сейчас сработать и закрыться. Они вот так вот так снова провалились внутрь. Подышать. Ну и что тут? Поплыли. Тут где-то есть вот проходы, смотрю, да? Ну давай в один из проходов.
Е, давай, руби, руби капусту. А ты можешь рубить? Ты не можешь рубить? Ой, это как плохо. Есть. Ну что, поплыли дальше. Ну, Е, вытаскивай, руби. А я не могу здесь рубить. Я не могу рубить. Может, нужно встать? Нет, не могу встать. А, правой кнопкой можно рубить, оказывается. Все, поплыли отсюда. Так, ну я выбрался. Открою. О, крокодильчик, приветик. Поплыли, поплыли. Быстро. Да плыви, ты дебил. Дебил, дебил, что ты делаешь? Серьезно, какой же ты дебил? Че, все сначала? Или получается я дебил? Сначала сердце куруваты. Серьезно? Вот это да! Потому что ух, дебил застрял. Эту рыбку кто-то перекормил. Да пошли вперед. Если убрать монстра с дороги, то это будет плавание на действительно короткую дистанцию. Ну вот так, например, да? Короткая дистанция, по-моему, получилось. Не, ну это вообще жесть. Это получается, я все прошел и заново теперь. Вот оно. А сохранений-то нет. Я его уже видел, я его уже даже забрал. Ух ты! Кажется, эту рыбку кто-то перекормил. Если мне не удастся собрать монстра с дороги, то это будет плавание на действительно короткую дистанцию. Поплыли. Давай, вперед. Да не плыви, не тупи! Дебил. Давай сюда, сюда, сюда. Есть, вышел. Вышел, твою ж мать. Ну какой Инги, ну что ты делаешь? Ну ты, блин, ну... Все было так хорошо. А теперь все так плохо. Вот оно, сердце Куруваду. Задолбало у меня это сердце, серьезно, Инди. Давай, где там? Кажется, эту рыбку кто-то перекормил. Да. Если не удастся убрать все дороги, то это будет плавание на действительно короткую дистанцию. Инди, ты все еще рассказываешь, ты уже внутри него говоришь, да? Ты так костюм такой на самом деле водолазный. Не, я не хочу слушать еще раз про сердце. Ох. Ух ты! Кажется, эту рыбку кто-то перекормил. Если мне не удастся убрать монстра с дороги, то это будет плавание на действительно короткую дистанцию. Ну пошел отсюда. Чё ты так? Ну ж, ладно, давай. Возьмем. Хочешь так? Хочешь поиграться, да? Лови мячик. Лови мячик. О, поплыли. Он же где-то за нами, да? Он за нами. Петлять, 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 Инди. Инди, петляй. Давай, вылазь. Оба, есть. Распетляли. Но самое сложное загнать этого дурочка сюда. Кстати, он бы мог бы загрызть. Ну, ты плывешь сюда или не плывешь? То есть дебил еще не хочет сюда заплывать. Давай сюда. Нормально вообще? Ты нормальный? Я тут. Я тут. О, пошел, пошел. Есть. Вот и плавай здесь. Ту-ту-ру-ту. Не уплывай. Смотри как. Вот видишь, черепочек как помогает. Давай, закрываем тебя. Все, хорошо. И сиди здесь. Главное только Инди не затупить. Сейчас он такой, допустим, раз и не перепрыгнул, да? Вот это было бы жесть. Второй раз бежать. Ну что поделать. Ребята, такая она черная археология.
Можно было бы, конечно, вырезать, но я не хочу. Мне хочется показать вам еще раз это все. Сначала, с самого начала, с самых азов. Да. Опа! Буль... Все, выбрались. Потому что, ну это ведь так классно, прыгать по клеткам. В этом-то и смысл. И по цепям. Полезли вверх. Выше, выше. Давай, все выше и выше и выше. Цепи требуют вверх. Отлично. Теперь погнали, раскатаемся. Раскачаемся. Мы раскачаем этот мир. Почему я во второй раз всегда делаю хуже, чем в первый раз? Вот у меня это есть загадка такая. Кто отгадает, тот... Молодец, чудесно. Голова в клетке металлической. Да нет, я не хочу нырять, я хочу выбраться отсюда. Инди, ты тупой. Серьезно. Ну, вылазь. Давай. Давай сюда. Теперь к цепи. Раз, теперь поднимайся по цепи, давай вверх. Потихоньку, у тебя получается, Инди, почти вышло. Ты почти сделал все правильно. И вот так вот. О, хорошо, наконец-то. Давай. Да я понял, что там открылось, не надо мне объяснять. О, полезли вверх. Вверх. Отлично. Теперь повернемся в сторону клетки и раскачаем этот мир. Опа! Да, я бы так не зацепился, но вы это и так знаете. Вот бы сейчас бы он решил бы вниз сбрасываться, было бы как замечательно. Да, и так, вау, да, я так и хотел. Выбираемся. Сюда, теперь вот сюда, на эту цепь. Опа! Опа! Быстренько. Все, до свидания. Я знаю, что дальше там будет. Дальше будет веселей. Только веселей. Ну, вверх. Где-то еще в какой-то... А, это в этом... Темный мессия. Might and Magic. Там надо было по цепям лазить. Я думаю, где-то же еще лазить по цепям нужно было. Серьезно! Кстати, можно сейчас кое-что сделать. Погнали сюда. Упростить себе. Все, да? Хорошо. Ну, ребята, что ж, придется снова нам наверх забираться. Никак иначе. Хорошо, крокодил Гена не мешает сейчас. Он смотрит на нас, завидует. Смотрит и завидует. Ничего. Ты выберешься, сволочь ты такая. Жалко, из него нельзя сумочку сделать себе. Я бы сделал бы подсумок. Из крокодилей кожи. Все, вверх. Нормально. Думаю, так будет достаточно. Не-не-не-не-не-не-не. Немножко вот, вот так вот. Надо на ровную поверхность. Потому что если на угол, то могут быть проблемы. Опа. Как он не зацепится. Он же ж любит не цепляться. Вверх. Вверх. Нормально. Кстати, ногами помогал бы, было бы легче, серьезно. Причем в разы.
Давай, выбирайся. У меня осталась последняя клетка. И сейчас он такой, не, жаль, вниз было бы круто. Так, ну теперь только на эту цепь. О! И с этой цепи сюда. Как с цепи сорвался, да? Так. Ну все, сердечко курвы у нас в руках. Буль! Вот я и сорвался с цепи. Ну поплыли быстрее. Есть, забрала. Теперь вниз. Отлично. Все, поплыли сюда. Буль-буль. А, это не разрублено. Хорошо, теперь разрубили, все. На выход, на выход, на выход, давай. Инди, только не тупи сейчас. Только не тупи сейчас. Давай, поплыли, поплыли. Гутен так, гутен морген, ты кто такой? Ты вообще нархендехох. Нет проблем, могу одолжить тебе свой. Он у меня в отеле. Какой, спрехензи дойч. Их спрехедойч. Смотри-ка, Ханс и Клаус, или как там тебя? Санта-Клаус. Не знаю, о чем ты говоришь. Санта-Клаус, известный фашист. Уверен, мы сможем договориться. Ладно, вот как мы договоримся. Вы отдадите мне идола. Сейчас же! Ладно, ладно. Нихт, нихт за шнель. Нихт за шнель, не так быстро. Буль-буль. Приятно покушать, кстати. А, ну с этими ребятами я разберусь. Санта-Клаус, все, фашист Санта-Клаус съеден. Ненавижу фашистов и Санта-Клауса. Сердце курвы не отдам. Нормалек. Ой, какое интересное видео! Жалко, вы его не видите, серьезно. Вот этот, это надо видеть, такую классную штуку. Вы все пропустили, вот. Да. Сколько вы всего пропустили? Сердце курвы, смотрите. Все ученички. Вот у меня есть оно, сердце курвы. Курвочки. А это что? А вот и Чингисхан, да? Чингисхан. Мы не туристы, доктор Джонс. Мы Сталин. Посол Китайской Республики Кайти Чан. А это мой ассистент Мэй Инг. Ага. А Качан? Что я могу для вас? И Мэй Инг. А вот и курва, собственно. Вы уверены, что это именно тот доктор Джонс? Это очень распространенное имя. Не позволяйте его внешности вас обмануть. Мне отрекомендовали доктора Джонса, как такого человека, который не побоится запачкать свои руки. Руками, ногами, зубами. Сделать эту работу во что бы то ни стало. Что у тебя на уме? Да, настоящий археолог, 100%. Кто о Чинши Хуанти? Первый император Китая. О, он кукухой поехал, да? Стену. И кукухой поехал. Династическую систему управления. И с арбалетом на китов охотился. Его правление длилось от 255-го. В общем, давайте, черный археолог, разрушьте гробницу. Меня интересует легенда о гробнице императора. Я не знаю этих иероглифов. Как я уверен, вам известно, вниз иероглиф вижу. Ли, вблизи города... Несколько иероглифов вниз. Вот почти и все, что все знают наверняка. Согласно что-то легенде, еще знакомое есть здесь? Да, есть вода. Невообразимыми богатствами, которые строили тысячи рабочих в течение нескольких салат лет. Там, кстати, есть иероглиф. После того, как строительство было закончено, все, кто был в него вовлечен, были... Уехали на курорт. На курорт уехали. По крайней мере, так говорят. Из-за суеверия китайцев наверняка никто ничего не знает. Нормально, мы все умеем не говорить, не открывать рот, когда говорим. Серёга, на Сталина похож. Никому не позволяли ее исследовать. А вот вам позволим разрушить все вообще нафиг. Почему ты пришел ко мне? Я не специализируюсь на китайской истории. Я тоже не специализируюсь. Ваша неакадемическая репутация.
Вы когда-нибудь слышали о сердце дракона? Только в китайском фольклоре. Это мифологический артефакт. Нечто вроде Эскалибура или Святого Грааля. Ага, да. Но в отличие от этих полетов фантазий западных людей, сердце дракона вполне реально. Безупречная черная синчужина, похоронена вместе с императором. Говорят, что сердце способно контролировать человеческую волю. То есть у меня уже есть сердце курвы, а теперь будет сердце дракона, нормально. Они мистик. Конь, археолог, я настоящий археолог, нет, никакой не черный археолог, нет. Из суеверных людей сердце представляет собой бесценное сокровище китайского народа. Оно не должно попасть в плохие руки. Вот почему Китай хочет, чтобы вы его нашли. А курва знала, что в сердце ее скрывается. Товарищ Сталин, давайте, выдавайте мне задание. Требуется несколько месяцев тщательных раскопок. Даже не знаю, с чего начать. Совсем наоборот, доктор Джонс. Вы уже начали? Эй! Что за цейлонский чай? Что это, черт побери? Сердце это курвы. Треть зеркала снов. Зеркало является ключом к нахождению входа в склеп внутри гробницы. Входа... Вы даже не представляете себе значение тех событий, которые вы здесь начали, доктор Джонс. Что вы говорите? Когда мы с вами здесь говорим, другие уже ищут две оставшиеся части. Когда мы говорим, вы бы могли бы раздеться уже. Зеркало, ничто не помешает войти в склеп, выкрасть сердце и использовать его силу, чтобы поработить мир. Мои извинения, профессор. Мой ассистент проклят живым воображением и языком, который он не контролирует. Хорошо, язык, который она не контролирует, это хорошо. Останьтесь. В любом случае, британская девушка, попрошу вас остаться. Не завладеть этим артефактом от имени Китая. Я хочу, чтобы вы нашли две оставшиеся части зеркала, вошли в склеп Чина и нашли сердце дракона. Вы станете... Снова вы не видите этого ролика, но как... Это непередаваемая красота. Ну, почему... Жаль, вы все это не пропустите. Большая потеря. Это не передать. Понимаете, вот словами не передать все то, что вы пропускаете и не видите, да? Париж? Как? Там сейчас коронавирус. Не хочу в Париж. Не надо меня в Париж. Только не в Париж, пожалуйста. Je ne parle pas français. Je suis археолог. Археолог, да, или как-то. Здесь мне нарываться нельзя. Нарываться нельзя. А кому вообще можно отрываться? Здесь отрываться нельзя. Алкоголь долбанный. Ненавижу алкоголь. Не пейте, люди. Будьте здоровы. Только свежая вода. Да что это, какие-то, блин, ЦРУшники? Слава КГБ. Товарищ Сталин выдал мне задание. Так, давай сюда. Давай. Контрольный в бошку нужно тебе. Получится? Контрольный в голову. Все. Мухи какие-то летают. Но здесь нормально. Вот во Франции воду можете пить из источника. Даже если кто-то писает, вы тоже можете пить. Это очищенная вода. Это же европейцы. Они высокая культура. Они не могут... писать чем-то плохим, только божественным напитком. Иди сюда, ЦРУшник! Блин, что я делаю? Не, давай я его застрелю из глушака. Хочу с глушака стрелять, ЦРУшника. Давай, ЦРУшник, иди сюда. За мной, да? Да на тебе! Да я хочу тебя всего лишь застрелить. Не бойся, это не больно. С глушителя не больно. Серьезно говорю. А вот если бы я не сглушить... О! Отхлестать ЦРУшника. Давайте сюда. Так, а что дальше? Да не, ну я помню, во Франции не было никаких логических загадок. Серьезно. Ребят, ну вот серьезно, во Франции Наполеона, помните, да? Он же не создавал никаких вот таких загадок. А есть интересно... Приключения Индианы Джонса и сокровища Наполеона. Думаю, должно быть. И как это открыть? Сюда не... Ага. Там вообще... Да, такие обрывы, я смотрю.
Прямо есть. Я что-то не понимаю, ЦРУшники, подскажите мне. Что у нас тут есть, возможно? Так, ну вот где-то проход сверху, то есть где-то здесь надо забраться. Но где? Нет, это не подходит. Так. Опа. О, да, вот так вот перебраться. Все, я гений. Все, считается, что я гений, да? Я же смог перебраться. ЦРУшник! Давай, отхлестать его. Мы же вроде, если я американец, то на одной стороне. Вот так тебе, ЦРУшник. На тебе. Не, я отхлестаю негодяя. Что это вы? Мешаете свободному волеизъявлению колонистов США. Они давно, им давно надоел капитализм и ваша прогнившая власть. Они хотят вас всех расстрелять. Позвольте людям сделать то, что они хотят. Расстрелять вас всех. Долбаные ЦРУшники. А вообще... Бумаги с вами? Да. Най, недостаточно. Снова Санта-Клаус? Бумаги, пожалуйста. Я-я, Дастис Фантастиш. Я-я, Дастис Фантастиш. Как раз плетью Дастис Фантастиш. На тебе, Дастис Фантастиш. ЦРУшная немецкая сволочь. Российская. Ненавижу вас. Да иди сюда. По-моему, он упал немножко. Все. Лугер какой-то. Ругер вообще-то должен был быть, но получился лугер. Так, а что я хотел сказать? А, да. Я думал вообще-то, что вот с выборами президента в США у них начнется активная фаза гражданской войны. Но что-то мне подсказывает, что я ошибся. К сожалению. Спускаемся вниз. А жаль. Давай, ниже. Оп, и спрыгнули. Сюда же надо, да? Тут-туру-ту, тут-туру. Тут-туру-ту, тут-туру-ту-ту. Я уже музыку выключил, потому что копирайты. Хорошо, что хоть за напевание музыки не дают. Типа, извини, вы напили музыку, все. А где, подожди? А что, у меня нету мачете? А можно кулаки просто? У нас тут аптечка. А какие это года вообще-то? Нужна подмога. Не нужна тебе подмога, и так тебя много. Вставай сюда, ЦРУшник поганый. Бросай оружие. Это место хорошо заперто, мне придется поискать другой путь в замок. Другой путь в замок. А где? Других путей нету. Самый прост, самый лучший путь это прямой. Можно машину вот протаранить, например. Тут закрыто. А с этой стороны должен быть какой-то тайный проход. Неужели мне надо нырять вниз? Серьезно? Походу, да. Купаться в европейских канализациях. Что может быть лучше? Так, где мое лассо? Так я просто хотел скупаться, в чем дело? Снова? Это я все видел. Долбаный алкоголь. Ненавижу. ЦРУшник, иди сюда. На тебе. Все, вставай. Шляпу сними, только мне разрешена такая шляпа. Это Путин! Путин ЦРУшник на самом деле.
Все теперь ясно. Тайна разгадана. Индиана Джонс и Путин. И загадка Путина. Так и будет называться этот эпизод. Ну что, ребята, на этом все. Как бы говорится, хиппи-кайоу и до следующего эпизода. Не, подожди, куда стрелять? Вот. О, вот так вот. Хиппи-кайоу и до следующего эпизода. А, закончились патроны. Нет. Ну ладно, в следующем эпизоде перезаряжу.